Ребята, привет! Гуляю по Краснодару сегодня. Вы знаете, это буквально квартал, от два квартала от центральной улицы Красной. И что я хотела вам показать. Значит, смотрите, у нас здесь частный сектор. То есть вот буквально вы отходите от центра, и сразу же частный сектор, так называемый. И вот в чем, как бы, не знаю, как в Москве, может, там, знаете, как бы кварталы застроек, он таких многоэтажных, больших. Здесь у нас буквально отошел квартальчик, и у нас частный сектор. Вот посмотрите, все цветет, такие вот деревья, пахнет. Старенькие домики. Вот. Ой, боже, какая прелесть. Абрикосы. Абрикосы пахнут. Как в Москве погода у вас? Там вообще на северах. Плюс 17. Это уже 6 часов вечера плюс 17. А представляете, что было здесь в обед? И вот дальше смотрите, что я хотела, на что внимание обратить. Вот что значит Краснодар. Вот Краснодар весь в этом. Весь в этом. В том, что у нас частный сектор здесь просто рядышком с центром. И у людей вот такие вот прикольные садики, смотрите. То есть тут же ты вот буквально от центральной улицы отошел, и у тебя вот такие всякие садики, огородики. То есть люди, ну это наши кубанцы, понимаете, ничего с ними не сделаешь. Они тебе тут же вот тюльпаны посадят, да, цветочки какие-то. Пахнет этими абрикосами, вот у человека розы здесь цветут. И, видимо, эти, вот это вот... Я уверена, что это эти хризантемы. Это, естественно, ирисы, да? Вот, то есть люди наши, они буквально сразу же в частном секторе садят вот эти все деревья, да? Абрикоски эти всякие, цветочки. Делают вот такие вот классные клумбочки. Вот, то есть тут же тебе вроде как и город. И в то же время... Вот такие вот, не отходя от кассы, вот такие уже сразу клумбы. Я не удивлюсь, если тут и палисад... Вот, глядите, еще один, вот смотрите, палисадничек. Я специально не выбирала, я просто иду по улице. Смотрите. То есть каждый кусочек земли, смотрите, вот эти, заборчик такой прикольный. Вот они здесь сделали какие-то такие вот прикольные... Статуи тут, не статуи, как они называются? Ну, такие вот глиняные фигурки, да? Тут вообще какая-то такая, этот, типа экибанки или что это? Что это такое? Вот интересно. Вот, видите, тут и нарциссы вам растут. Вот. И тут, видимо, вообще пальма какая-то была. Или есть, она может растет. Вот. И тут же тебе вот частный домик, да? Вот у людей... Соответственно, на окнах цветочки. Вот старый дом, который просто привели. Это, наверное, еще... Я даже отойду, посмотрю. По-моему, это, вот, наверное, один из старых таких, знаете, как купеческих домов. Потому что двухэтажный сейчас. По-моему, это еще старого Краснодара дома. Старый дом. Ну, конечно, они там поменяли окна, все такое. Но, по-моему, это старый еще из купеческих домов. Смотрите, вот с балконом, с таким... Сейчас пройдем дальше и на этот дом посмотрим издалека. И у людей тут же вот такие вот палисаднички. Я понимаю, что таки для многих это деревня. Но ты сюда заходишь, вот как будто действительно где-то как будто в станице. Пахнет. Ой, боже, какими всеми вот этими цветочками весенними. И тут же трамваи, да? Тут же трамваи у нас ходят. Но я думаю, что это старый дом. Ну, тут вообще частный сектор. От центра, когда отходишь, он весь такой. Сейчас для нас я смогу уменьшить вот так. То есть это, я думаю, что это еще купеческие дома старые. Наверное, еще или начало 19-го, или вообще конец 18-го года, да? Вот вся эта застройка старая. В то же время вот буквально чуть-чуть отойдешь, и вот у нас вот тут... Вот вы уже видите, вот тут это уже все красное.
И там всякие разные уже госздания. А так, если пройти как бы дальше по улице, то вот обычный частный сектор, такой вот, это самое, незначительный, ничего такого нету. В нем старые дома. Вот. Но люди используют вот этот вот любой кусок земли для того, чтобы что-то посадить. Вот эти голуби воркуют. Слышите? Вот отошли 2 квартала, здесь такая тишина. Здесь прямо очень тихо. Конечно, старые постройки, начинают люди там, если сейчас будут критиковать, поймите, городу более 200 лет. Естественно, все, что вдоль старых улиц, это главных улиц центральных, это все старые дома. Сносить их вы попробуйте, ну, как бы люди, ну, кто-то продает, какие-то участки сносят. Но в основном это старые дома, вот эти трамваи тут еще, абрикосы вот растут, да? Я не знаю, мне вот это все очень нравится. И вот этот вот частный сектор, хотя вот я понимаю, что он там непрезентабельный, прям такой, да, как хотелось бы там многим. Но это же все старинные постройки, это все история. Люди, наверное, эти дома получали еще от бабушек и дедушек, от прадедушек в наследство, видите? Не только ходить, знаете, по центру и показывать там вот современные там какие-то. Вот как здесь взяли, да, этот дом, ну, видимо, выкупили у кого-то, у бабушки какой-то, понацепили вот таких вот модерновых. Мне, наоборот, больше нравятся старинные какие-то дома. Конечно, если бы был план застройки, они, наверное, бы уже здесь, ну, должны были как-то все делать в одном стиле, но в старом секторе я не знала, насколько это возможно, сделать план застройки и... Ну, тут был старый дом, да, ну, все старинное, тут вот такое вот какое-то помещение, непонятно, что это такое. Вот какой-то такой, не знаю, это, может быть, это частный дом, или это просто какое-то, ну, учреждение, может, садик. Садик, наверное, или, ну, продленка, что-то такое. Ну, думаю, пойду с вами сейчас по старому сектору. Во-первых, погода вообще потрясающая, тепло. Вот. И пройду. Минус, конечно, тут парковок особо нету. Тут, наверное, люди паркуются, которые вообще в центре работают, наверное. И некоторые из этих зданий, они, видимо, тоже под какие-то конторы, я думаю, переделаны. Вот. Эта улица идет параллельно улице Красной, которая центральная улица Краснодара. Я хочу сейчас сходить в кафешку. Насколько я знаю, это улица имени Сидина, трамвай обычно по нему у нас ходит. Вот, то есть это такое, знаете, старенькое все тут. Люди, наверное, поколениями в этих домах жили, передавали друг другу. Ну, никакого капитального строительства нет. Некоторые жалуются, знаете, я езжу на такси периодически, и таксисты жалуются, что говорят, вот, Москву привели в порядок, все вот эти старинные, старые купеческие дома и такие вот постройки старинные давным-давно снесли и там понастроили там Москва-Сити тогда почему у нас это не делают, давайте у нас тоже все вот видите тоже такой старенький домик вот я иду по улице да видите? Такая улица старинных домов вот давайте тоже все значит разрушим вот эти все дома снесем мы тут понастроим эту Москву-Сити значит сделаем я не знаю вот вы как думаете. Мне кажется, это будет не Краснодар. То есть, если все это так сделать, то это уже будет не Краснодар. Как бы центральные улицы, они вот все в этих небоскребах. Если это идти в сторонку, и тут будут все вот в этих небоскребах. А вот эти старые домики еще до революционных времен разрушат. Будет ли оно то же самое? То есть сейчас, видите, можно пройти тут и палисаднички с этими кустиками. С нарциссами, там, с гиацинтами. Какие-то деревья растут плодовые. Вот. И с другой стороны, ну как вы вот у людей заберете эти дома, да, если они тут жили годами, от бабушек от каких-то досталось им.
И сейчас вы скажете, знаете что? Какую-то кафешку открыли. Сейчас хочу, блин. Что? Фабрика здоровья. Хочу узнать, что. А, тут витамины. Я думала, знаете, что я хочу найти, чтобы продавали без сахара пирожные. Вот я что не могу найти. То есть, чтобы была кондитерская, в которой бы было все без сахара. Знаете, вот со стиви или там с эритролом. Куча всяких сейчас заменителей натуральных, в которых нет калорий. Я потому что сахар не ем. В Америке я не ела лет, наверное, 10 уже последние. Все, что я готовлю, все на стиви. И либо на эритроле, либо еще есть, знаете, вытяжка из фрукта монаха. Называется Monk Fruit. И одну капельку этой вытяжки вот так вот капнешь кофе, ну, супер сладкая. Скажите, если кто знает, может какой-то есть бренд, каких-то кафешек. Вот я хожу в Патрик и Мэри, какие-то другие кафешки. Все с сахаром. То есть, когда-никогда в каком-нибудь ресторанчике я нахожу какой-то десерт, что будет написано, что без сахара, ну какой-то не такой. А вот чтобы все, там Наполеон был без сахара, там бисквиты были без сахара и так далее. Знаете ли вы какой-нибудь такой бренд? Вот я хочу сейчас в эту кафешку сходить, посмотреть, что у них есть. Знаете ли вы какой-то такой бренд, который, допустим, может, изготавливает кондитерские изделия, и они без сахара? Вот. Если вы знаете такой, может быть, он есть в Краснодаре, я нашла кето-кафешка, как-то так, кето-кафе я нашла, она в этом... Есть в Москве, но доставка только через интернет и только там до МКАДа и немножко там возле за МКАДом немного. А больше нет. А мне хочется именно найти такую кафешку, которую можно прийти, заказать любой десерт, и любой десерт был бы без сахара. То есть пускай бы он бы весь был со стиви. Я не против съесть Наполеона, но чтобы и мука должна быть не мука, белая, а, допустим, миндальная мука, овсяная мука, гречневая мука, ну, какая-нибудь другая мука, то есть, как бы, минимальное количество углеводов, минимальное количество калорий. Если знаете такой бренд, скажите, я сейчас гоняю в эту кафешку, проверю, потому что его, это, говорят, новое кафе открыли напротив спортзала «Форма», где народ ходит заниматься спортом. И вроде бы говорят, что тут какое-то здоровое питание, вот я сейчас проверю, есть у них сахар. Сахарницах или нет? Есть ли порох в пороховницах? И есть ли сахар в сороховницах? Все, до встречи, ребята, пока.